У Дніпропетровському музеї машини часу з'явилася футбольна свинка-провидиця. Люсьєн і сама веде зірковий спосіб життя, вона має власний розклад дня. Час для зустрічі з журналістами та перегляду преси. Але найголовніше – диво-хрюшка вміє передбачати переможців найцікавіших матчів Євро-16. Апетит до пророцтва їй приходить у вигляді мисочок із прапорами команд, з якої поїсть та й переможець. Передбачення для першого матчу від Люсі – уже є. Все знают, что наша сборная сейчас находится во Франции, все хотят ей пожелать успеха, поэтому мы, как говорится, тоже приняли такое небольшое мероприятие. Целый месяц у нас будет свинья, и каждый день самый интересный матч в 12 часов дня. Приходите, и вы заранее до вечернего репортажа по телевизору будете знать, что нагадала нам свинья-предсказательница Люсьен. Сегодня она нагадала, я стоял сбоку, но, по-моему, это была миска со сборной Франции. Так что вроде бы как Франция должна победить, но это всего лишь прогноз. Кто это у нас? Франция победит сегодняшнюю.